Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Даридзи, и мы играем в приложение ВКонтакте, сегодня поиграем в игрушку Киборг. Давайте посмотрим, за каждый день нам будут такие бонусы давать. Давайте за первый день заберем. Приветствую тебя, новобранец. Я Верховная Жрица, агент Союза и твой личный связной. Хорошая. В борьбе против Альянса Корпорации у нас две основных миссии. Захват фабрики клонов и переселение всех землян на Глорию. Действовать будем поэтапно. Желаю тебе скорейшей адаптации. Помни, что вокруг множество недругов. Я понял. Очень хорошая девушка будущего. Ты готов к бою. Сочувствую твоему противнику. О, да. Я хотел, чтобы ты моим была противником. Ух, в постели. Ладно, все, о чем я это говорю. Ладно. Замечтался. Так, нормально. Так, противостояние. Давайте посмотрим, что тут есть. Уровень первый. 100 энергии, 350 баксов, 100 кристаллов. Мне нажать сюда. Противостояние. Атаковать. Давайте атакуем. Рядовой солдат с уникальными способностями. Предназначение гнома. Служба на территории мертвой земли. Особенности гнома. Утроенная выносливость. Быстрая реакция. Давайте атаканем. Промах. Так, можно по две пули стрелять. Я два раза промазал. Можно прицельно стрелять. Критический удар, отлично. С прибытием в Геттовиль, новобранец. Я Адаптер, твой боевой гид. Армия Альянса объявила тебя вне закона. Не знаю, что ты им сделал, но у тебя серьезные неприятности. Твою Сканы мать. Твоего лица украшают все столбы и стены города. Твою Эта мать. Маска поможет тебе избежать идентификации и защитит от радиации. Фу. Для начала примерь свое новое облачение. Я просто хотел за хлебом сходить, думал, меня там схватят и... Ну а так можно... Так, давайте купим шлем. Лавка дроида. Так. Купить предмет. За 70, отлично. Так, наденем на себя. О, замечательно. Заговори со мной. Ну уже, перестал, замолкло. Ладно. Верховная Жрица Союза, возьмите в награду эти гранаты. Ты можешь получать их, собирая коллекции, либо покупать в магазине. У тебя все шансы на победу. Первого босса нужно уничтожить, фабрика клонов. Атаковать за 20. Возможно, призы тут есть. 2000 у него, нифига себе. Какие тут шансы у меня нафиг? Промазал. Граната. Ух ты, да граната 2000 отняла у него. Отлично. Вы получаете предмет из коллекции Химик. Давайте расскажем. Поздравляю, воин. Эта победа достойна оваций. Спасибо. Что-то она замолкла совсем. Так, очень даже неплохая девушка. Фигурка, ножки. Тут все есть, все на месте. Я бы не затусил бы. Так, ладно, я опять сбиваюсь. Так, Верховная Жрица Союза. Получи еще одно вознаграждение, аптечку. Бои на арене – это испытание на храбрость. На арену? Давайте посмотрим. Типа, ну, мне нужно аптечку использовать. Прицельный выстрел. Критический удар, хорошо. Вы получили количество друзей. Хорошо. 1000 баксов.
за все это будут нам наградоваться. Вот это был бой. Вот это впечатляет. Был бой. Хорошо. Я рад, приятно слышать. Не пропускай трудотерапию. Трудотерапия. Начать работать. Укрепи защиту. Ты становишься уязвимым. Давайте укрепим защиту. Мало смелости в бою. Добавь ярости. Хорошо. Я жизни тоже хочу добавить. Ладно, уходим. Катастрофник ищет тебя. Немедли, уничтожь его. Катастрофника нужно найти. Есть рулетка, давайте крутанем. Крутить бесплатно. Один раз можно. 50 всего лишь. А второй раз уже за рубины. Так, 100 рубинов стоит плюс 20, 10 ВКонтакте. В принципе, дорого. У нас сотни есть, нам они еще пригодятся. А что такое диверсант? К заданию. Нам сообщили, что в Готовильне собирается бунт, по данным секретной службы. Это Сергей Душко. Он отравил ядом воду в фильтрованном бункере. Уничтожь его и очисти нам воду. Он лечится с помощью этого. Забираю себе часть жизни. Отлично, давайте еще раз к заданию пойдем. Очистка зараженной воды в бункере началась. Так, хорошо, может быть какой-нибудь босс у нас есть. Давайте победим босса. Хорошо, гранату получай. Так, 50 кредитов, 110 опыта, 5 рейтинга. Вы получаете монеты с коллекции химик. Отлично. Энергия восстановилась у нас, третий уровень. Так, генератор. Уничтожить эти твари, в них запасы энергии. Сменить генератор. Это что такое? Куда я куда-то передвигаюсь, что ли, тут? Так, давайте к другу пойдем. Кому-нибудь. Допустим, в генераторную могу пойти. А, он дохлый. Почему-то дохло, странно. Кто-то уже везде побывал у них, да? Хорошо, выйдем. Две победы, урон. Сколько я нанес урона? Он два раза вот эту коллекцию выпадал. Давайте еще разок. Так, нужно побеждать. Так, бальзам дали. Так, мы выполнили количество убитых боссов. Соберем 100 золотых. Давайте расскажем друзьям. Так, ну у нас теперь нету гранат с вами. Надо будет в магазин с вами идти. А что, автоматически нельзя никак сделать? Ускорить, ожидайте до конца работы. 15 минут вот нам дадут награду за это. Противостояние. Давайте противостояние поиграем. Получен пустой объект боя. Надо по порядку, что ли, стрелять?
купить еще одну обойму, 20 патронов. Почему понятно? Я лично ничего не понял. Так, урон, нифига себе. Вот эта лимонка 2000 урона. Пока не продается она. 250, это 500, это 2000. Также аптека есть 50 здоровья. 50, 100 и 2000. Моя аптечка сотню, значит, дает. Так, можно какой-нибудь пистолет купить покруче. У меня, значит, плюс 60, 130. Покупаю за алмазы. Давайте выйдем. Так. Сразу сколько мы открываем бонусов. Так, давайте возьмем более мощную пушку. Отлично, это покруче будет. Так, и с ней уже... С ней уже можно будет играть дальше. Сколько много бонусов. Приветствую тебя, мой победитель. Я прибыла с планеты Глория, чтобы помочь Союзу переселить всех землян на нашу планету. Вот наш корабль. Его ты сможешь совершенствовать и укреплять. Первые наборы оружия для него уже доступны. Классный шаттл у тебя. Оборудовать свой боевой корабль ты сможешь, уже победив первого босса на фабрике клонов. Хорошо. Это мой корабль. У меня ничего нету. Нанодром — это место взлета в Солнечную систему, где тебя ждут баталии на разных планетах с космическим флотом Альянса. Я вас не подведу. Так, Земля. Доступ с 20 уровня, с 60-го, нифига себе. С 80-го. Я пока только на Землю могу спускаться. Так, ну ладно. Рулетку мы с вами уже использовали. Это сюда мы, здесь мы были. Лавка дроида. Отлично, легко побеждаем. Вот, можно с ними постигаться. Два раза, как можно два раза промазать? Вот прицельным. Замечательно. Ну, в общем, такая игрушка, я вам показал, ребят. Вот, всем, кому нравится, ставьте палец вверх. Кто не подписан, подписывайся на канал, у меня много чего интересного. Вот, и пишите в комментариях, стоит или нет играть в эту игрушку. Возможно, мы с вами продолжим ее играть. Так, в принципе, я вам все показал. Вот, ну что ж. Всем до скорого, ребят, всем пока-пока.